Здравствуйте, мои красунечки! Здравствуйте, мои красотулечки! Рада приветствовать всех у себя на канале, всех и каждого, кто ко мне сегодня заглянул в гости. Сегодняшний мастер-класс, мастер-класс обещанный. И просят, и я исполняю все ваши просьбы, мои родные, мои дорогие, потому что я считаюсь вашим мнением, все читаю, все перечитываю, все ваши просьбы, все ваши требования должны быть удовлетворены. Я считаю это правильно. Сегодняшний мастер-класс у нас будет веночек пасхальный. Очень просто его делать, очень легкий. Я вот держу его практически одной рукой. Все материалы, какие необходимые, все покажу. Шаг за шагом будем с вами делать вот такую вот красоту. Веночек можно поставить как и на стол. Очень красиво. Так и повесить на стену. Сделан он из лозы. Покупала я все материалы, все для рукоделия. Многие спрашивают, где я покупаю материалы. Конечно же, все я это покупаю. Стоит оно не дешево, не дорого, но денежек это стоит. Садитесь поудобнее. Будем сейчас с вами делать мастер-класс пасхальный веночек. Я хочу, конечно же, поблагодарить всех мои любимые, мои дорогие подписчики, кто ко мне заходит, и сказать вам большущее спасибо человеческое от всего сердца, от всей души. У меня был обзор, и я спрашивала, что бы вы хотели видеть на моем канале. И вот очень многие просят, что давно не было мастер-классов. Я начала активно снимать мастер-классы. Так что не пропускайте моих обзоров. Возможно, мои идеи вам пригодятся, может быть, понравится, что-то вы свое добавите. Пишите мне в контакты, присылайте фото. Мне будет очень интересно, что у вас получается. Садитесь поудобнее и присоединяйтесь, будем вместе с вами творить. Для работы нам нужна основа. Я не знаю, с чем работаете вы, я купила все для рукоделия. Вот такой вот интересный веночек. Купила перья. Нам нужны будут перья зеленые и желтые. Я захотела так. Вы творите, что хотите. Идея у меня такая. Нам нужны перепелиные яички. И нам нужны обычные вот такие вот яички. Беленькие яички мы будем закрашивать желтый и зеленый цвет. Нам нужны акриловые краски. Нужны акриловые краски. Я уже приготовила. Зелененький, желтый, зеленый, салатный. У нас будет не зеленый, а салатный и лимонный цвет. Лента тоненькая. И нам нужен, конечно же, сам клей. Работать мы будем пистолетом. Для декора я взяла вот такие вот пестики. Ну, не знаю, понравятся они мне, не понравятся. Будем смотреть, чтобы не перегружать наш веночек, чтобы это все было красиво и все сочеталось. Первое, что мы берем краски. И мы будем сейчас с вами красить яичко. Беру светло-зеленые акриловые красочки. Водой я не разбавляю. Начинаем разукрашивать наше яичко. Яички такие. Такие яички я покупала все для рукоделия. Разных размеров. Больше, меньше, на любой вкус. Разукрасили наше яичко. Я взяла палочку от суши, чтобы не вымазать ручки. И закрасить все. Очень красиво. У нас получились вот такие вот яички. Желтые и салатные. Перепелиные яички я красить не буду. Перепелиных яичек у меня 5 штук. 5. Больших яичек 7 штук.
Следующее наше действие, мы раскрываем наши перышки. Мне сказали, что эти перья очень красивые. Делали с этих перышек ангельские крылья. Действительно, они очень красивые и очень пушатся. Посмотрите, какие красивые. И недорогие. Я бы сказала, что очень доступно. Посмотрите, какая прелесть. Действительно, очень пышные, очень красивые. Открываем наши желтенькие перышки. Вот такие вот красивые. Действительно, перья очень красивые. Берем нашу основу. И сейчас мы будем перышками все проклеивать. Для чего нам и нужен пистолет. Начинается творческий процесс. Несмотря на непогоду, у меня за окном сейчас идет ливень. Но тем не менее, видя такие яркие краски, на душе очень радостно. Очень красивые перышки. Постарайтесь, когда вы занимаетесь рукоделием, чтобы вам никто не мешал. Либо помогали, либо вообще не мешали. Перышко приклеили немножечко клея. И сейчас мы будем обклеивать нашу основу. Круговую. Я хочу половину сделать желтым, половину зеленым. Контраст. Перышко за перышком мы начинаем проклеивать. Перышко за перышком, и мы потихонечку обклеиваем весь веночек. Такие вот красивые желтые перья. Заполняем все пустоты, чтобы не было никаких пробелов. Вот такая основа. Зеленых перьев почему-то у меня больше, нежели желтеньких. Либо они пышнее и длиннее, не могу понять. А сейчас будем клеить яички. Постепенно начинаем обклеивать наши яички. Мы приклеили наши яички и клеить перепелиные, маленькие. Вы можете клеить, как вам только захочется. У кого какая фантазия. Вот так вот у нас получается. Можем дополнить немножечко пестиков. Вот так вот мы украсили. Осталось нам прикрепить бантик, сделать ленточку. Ленточку мы берем зелененькую. И вот получается веночек у нас получился яркий. Вот такая прелесть у нас получилась. Очень легкий. Очень нежный. Очень легкий получился наш веночек. Наконец-то у меня на канале есть пасхальный веночек. Очень давно хотела снять. Вот наконец-то я добралась до этого мастер-класса. То, что я сегодня делала, мне очень понравилось. Работа очень интересная. Мало занимает времени. Можно сделать как и ребенку, подростку, так и взрослому человеку. Кому понравилась моя идея, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не пропускайте новых обзоров. Обзоров планирую много, много разных. Я вас всех очень крепко целую. Пусть нам весна принесет много любви, много ярких красок и незабываемых моментов. До свидания всем, до свидания, мои родные!